Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardest Info. Сегодня я покажу, как настроить Hotwire T5 Pro, включить проценты батареи. Чтобы надо настроить включить проценты батареи, нам будет нужно перейти в настройки, после чего здесь же перейти в батарея, ищем батарея. Как видим, она у нас будет. Может, и что-то в силу. Вот, у нас есть батарея. И здесь же просто нужно будет нажать на галочку возле уровня заряда батареи. Нажимаем и видим, что у нас появились проценты батареи. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.